На рабочей встрече присутствовали члены комиссии по противодействию коррупции, а также руководители городских и сельских поселений Одинцовского района. Первый вопрос повестки касался создания благоприятных условий для деятельности МФЦ. С докладом выступил директор главного офиса многофункционального центра Одинцовского района. Иван Кулаков отметил, что благодаря переезду из маленького помещения с окраины поселка Большие Веземы в более просторный офис, его специалисты стали обслуживать значительно большее число посетителей. В пиковые дни за услугами центра обращаются более 130 жителей муниципалитета. Проведены рабочие встречи с большинством глав городских сельских поселений Одинцовского муниципального района. По итогам встречи достигнута договоренность о более плотном взаимодействии и всесторонней помощи подразделениям МФЦ, расположенных на территории муниципальных образований, в целях выполнения протокола комиссии, ну и других документов, регламентирующих деятельность МФЦ. Должен поблагодарить все администрации сельских поселений за то, что они так отзывчивы и понимают наши проблемы и стараются помочь нам во всем. Об антикоррупционной деятельности администрации городского поселения Кубинка доложил его глава Павел Здрадовский. По итогам его выступления было решено провести дополнительную рабочую встречу для анализа коррупционных правонарушений и планирования мер по их предотвращению. Чтобы исключить всяческие предпосылки для возникновения коррупционных проявлений, главам городских и сельских поселений Одинцовского района дано распоряжение провести семинарские занятия с сотрудниками по регламенту рассмотрения заявлений граждан. Не менее важный вопрос касался условий, процедур и механизмов закупок продукции, осуществляемых районной администрацией. Информационная прозрачность – это важнейший инструмент, обеспечивающий определенный уровень гарантии защиты от проявления коррупционных рисков. Можно выделить несколько уровней информационной прозрачности. Ну, в настоящее время очень легко с помощью сети интернета можно рассмотреть, найти многие документы, которые касаются закупок. В завершении встречи члены комиссии обсудили планы по противодействию коррупции на второе полугодие 2017 года. Мила Тарасевич, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».